Ну что, друзья, всем привет, с вами как всегда Робзи, и добро пожаловать в Brawl Stars, и все мы с вами ждем чего-то нового. Например, новый Бравл Толк, который, я надеюсь, будет уже очень и очень скоро. Новое обновление, новых бравлеров, новые пассивки, новые гаджеты. И знаете, сегодня именно такой день, наконец-то, в игре появилось что-то новенькое, и это вторая пассивка на Сквика. Мы ее с вами обязательно получим, протестируем и решим, на сколько она полезна в игре. Но вначале, друзья, я хочу вас очень сильно попросить, поддержите меня и мой канал. Очень важно, чтобы каждый из вас зашел в магазин и ввел код автора Робзи. Просто не поленитесь и введите. Для вас это пару секунд, а для меня просто колоссальная поддержка с вашей стороны. Ну и конечно, влепите лайкусик и не забудьте подписаться на мой канал. Итак, друзья, заходим в магазин и прямо сейчас покупаем. Стоп. Не-не-не-не. Сначала бесплатный ящик. А вдруг мне она выпадет? А вдруг она выпадет, и я не буду тратить на нее золото? 2000... Не. Вот это, конечно, я раскатал губу. Хотя давайте так. Чтобы было интересно, мы с вами откроем несколько ящиков. Пускай это будет ящиков 5. Это будет все равно выгоднее, чем я потрачу 2000 золота. Просто проверим. Проверим мою везучку. Просто проверяем везучесть, насколько хорошо мне везет. Давайте, здесь еще у нас будет 130, и мы с вами тогда закругляемся. Если вдруг не выпадет, ну, будет обидно. Давай, давай, серьезно? Не-не-не-не-не-не-не. Идите в баню. Лучше я куплю за 2000 золота и дальше не буду тратить ящики, потому что впереди обновление. Бравл Толк, новые бравлеры. Возможно, придется выбивать, потому что я думаю, что бравлеров будет несколько, два, возможно, три, ребята. Опять же, это мои догадки. Ну и, конечно, друзья, я просто не могу обойти эту тему стороной. Вчера на канале Бравл Старс и Спорт, а также на официальном паблике ВКонтакте Бравл Старс вышел ролик под названием «Кто же украл трофеи?». Ребят, я эти видео посмотрел, я немного проанализировал, а также почитал ваши комментарии вчера вечером, как только вышел ролик. И, ребят, столько догадок, столько всяких теорий, которые нужно с вами прямо сейчас хотя бы немножечко обсудить. Давайте так, если у вас какие-то есть предположения, если у вас какие-то есть теории, факты, ребят, пишите в комментариях. Мы сами это обсудим еще в отдельном ролике, потому что тема очень горячая. Здесь есть намеки на нового бравлера. Возможно, не на нового, но, ребят, нужно все это обсудить. Итак, начнем. Итак, друзья, в начале ролика нам показывают огромный сейф с кучей наград. Какие-то ящики, есть мега ящики, большие ящики, куча золота, гемасиков, а также в центре сейфа стоит огромный пьедестал, откуда и украли этот золотой трофей. Нам с вами нужно определить, кто же все-таки это сделал. Есть некоторые улики. В сейфе хранятся лампа Джина, какая-то корона, есть даже носок Спайка. Ну куда же без него? Но мы должны определить, кто же все-таки украл. Кто вырезал эту дырку? Здесь нам показывают небольшой ролик. Это отсылочка. Я вам ролик этот тоже покажу. Он выходил еще 4 мая на канале Brawl Stars eSports. И здесь показан дом Мортиса, в котором происходила туса. То есть все, кто находился в этом доме, уже не могут быть ворами. Нам нужно найти, кто украл. Возможно, этот бравлер есть в игре. Возможно, это новый бравлер. Но тот, кто здесь присутствовал, они 100% ничего не воровали. Вы посмотрите, что происходит дальше. Это у нас базар Тары. Тара пытается по картам определить. Но, ребят, внимание, вот это стекло, которое вырезали. И есть на столе значок в виде какой-то галочки. Некоторые писали, что это вольт. Некоторые писали, что что-то еще там брок, что, возможно, это 8 бит. Но, ребят, мне кажется, эти стрелочки обозначают время. То есть, недавно было путешествие во времени тема. Возможно, это как-то связано. Есть какая-то лента непонятная. Возможно, это лента. Лента от Эмс, у нее костюм такой в бинтах, но здесь мы точно не можем понять. Тара пытается разгадать этот шифр. Вот, вот, видите этот знак? Непонятно, что это. И мне кажется, все-таки это связано с путешествием времени. И бравлер как-то с этим связан. Возможно, это все-таки новый бравлер. Тара погружается в какие-то астральные свои чувства, начинает рассматривать. Здесь куски разных бравлеров. Там у нас летает
кусок ворон меха. Дальше у нас пэмки, пушка. Здесь у нас летит тик, краб. А также видели еще некоторые части, но все это нам не интересно. Посмотрите вот сюда. Кто может вырезать вот так ровненько лазером? А? Кто может вырезать? Ну, многие писали, что это Нани. Но не такая атака у Нани. Хотя, возможно, здесь работало несколько бравлеров. Либо... Опять же, путешествие во времени, и этот бравлер умеет пользоваться такой технологией. Здесь не ясно. Здесь и многие из вас заметили, вы об этом писали, что там видна рука. Да, то есть это уже не Нани. Посмотрите, посмотрите, опять значок. Видите, глазок Тары? Такой же значок, как мы видели. Дальше смотрим, посмотрите внимательно. Вот сейчас этот трофей стоит здесь. И к нему, ребят, многие просто тысячи комментариев также в группе ВКонтакте писали. Сейчас будет тянуться рука. Внимательно, посмотрите, это рука человеческая, и у нее, получается, на запястье есть какой-то браслет. Кто это может быть, ребята? Я сейчас скажу все догадки, которые я от вас слышал, которые вы сами видели, и что это может быть такое, непонятно. Кто же все-таки украл трофей? Погнали к следующему ролику. Итак, друзья, вот этот ролик, на котором проверяют Эмс на детекторе лжи, потому что думали, что она украла, потому что там нашли кусочек ее повязки, вот эту белую ткань, то есть это бинт от Эмс. Но, ребят, здесь она говорит, что я не могла украсть, потому что я была на тусе у Мортиса. Там был именно Пати Хаус. Вот этот, который нам показывали. Здесь мы с вами прекрасно видим, что это Фрэнк здесь был. Здесь был Спраут. Здесь был Кольц. Здесь был, конечно же, Рика со своей, ребята, Пайпер. И да, многие заметили вот эту книжку в правой верхней части, что там такой же знак, как стать злым. Но, опять же, как стать злым? Возможно, это какой-то новый злой бравлер. Возможно, это бравлер из путешествия во времени, который специально оставил эту книгу. Непонятно, неизвестно. Смотрим дальше. Здесь у нас есть Барли, есть Мортис, который выпивает. Здесь Нита с медведем, а также с Леоном. Кушают разные сладости, конфетки, чупа-чупсы, Кольт Кранч, кстати, посмотрите. Посмотрите, Кольт Кранч здесь есть. Есть журнал, вот там на холодильнике, там Пэм и Джесси, кстати, нарисовано. То есть эти бравлеры не могли участвовать в воровстве. Здесь у нас Брок вместе с Макс играют Project Laser. Я думаю, что все помните эту игру, это реально куча пасхалочек. Have a fun tonight, видите? То есть пофантись этой ночью, значок Спраута и значок Тары. Смотрим дальше. Здесь у нас Эмс, которая, понятное дело, не могла участвовать в воровстве. Она была с Поком. Дальше в правом верхнем углу видим с вами кого? Карла, с этим трофеем. Но этот трофей ему достался раньше, он им сфоткался и трофей вернулся. Это старая фотка, то есть не он украл, потому что многие из вас писали. Смотрим дальше. У нас есть какой-то очень злой огонь. Почему я на это акцентировал внимание, я сейчас расскажу. Здесь есть у нас кто? Посмотрите, здесь у нас есть Биби. И есть у нас Квик, то есть они не воровали 100%. То есть те, кто находился в этом домике, они 100% не сворали. Но кто-то все-таки украл. Догадки? Я не знаю. Но, друзья, это еще не все. Был ролик, который выпущен на канале Brawl Stars eSport 2 месяца тому назад. И здесь происходит сканирование того самого сейфа в поисках каких-либо следов. А теперь, внимание, есть некоторые детали, которые ребята смогли все-таки найти. Посмотрите, это черные масляные следы, и посмотрите на отпечатки ног. Это ботинки, да, ребята, то есть кто у нас может разливать черные масляные следы? Ну, во-первых, это может быть какой-то робот-бравлер, но мы их сразу отсекаем, потому что они не подходят. Масляные следы делает, конечно же, Амбер, и она не присутствовала тогда на вечеринке. То есть вывод какой? Она, но, ребят, как она могла вырезать лазером? По идее, она могла быть не одна. То есть она была с каким-то соучастником. Смотрим, внимание, дальше. Здесь куча гемов, здесь ничего не обнаруживают. Но посмотрите, на сейфе, на этом стеклянном нашли отпечатки. Здесь у нас есть разные улики. То есть масло, дальше грим, грис и nail polish, ребята. То есть у нас нашли отпечатки лака. То есть это женский бравлер. Вот эта рука, которая тянулась, скорее всего, это была и есть Амбер. Женский персонаж с рукой, с отпечатком ног и масла.
масло. Но кто же все-таки вырезал этот сейф, остается загадкой. Это неизвестно. И знаете, у меня есть еще какая догадка. Вы сейчас посмотрите, и вы реально офигеете. Если зайти на канал Brawl Stars eSport и ввести в поиски Who Stole the Trophy, кто украл трофей, у нас есть с вами, внимание, часть первая, месяц назад, часть вторая, 2 месяца назад, и часть четвертая, 21 час назад. Но вот где часть третья? Куда она исчезла? Я искал ее, искал, я не смог ее найти, ребят. Давайте так, если вы сможете найти ее, пишите в комментариях, что это за часть третья, или, возможно, она выйдет скоро. Как-то она... Все это вперемешку, то есть у нас вторая часть выходит 2 месяца назад, потом они делают первую часть месяц назад, потом делают четвертую, как-то все разбросано. По идее, в третьей части мы должны будем с вами все уже узнать и понять, кто же все-таки украл. Ребят, вот такие догадки, все, что сказано было, это только лишь догадки, пишите свои комментарии. Но, ребят, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и, главное, зайти в магазин и ввести код автора. Ну что, мы получили с вами пассивку, называется Сквик Звездная Сила Сверхлипкость. Взрывы липких комьев, разлетающихся при использовании суперсквика, также замедляют противников на 4 секунды. Я не знаю, насколько она хорошая, давайте вы, ребята, в комментариях оцените, просто напишите, полезна ли эта пассивка и где ее лучше всего использовать. Итак, заходим и выбираем сверхлипкость. Я пошел сражаться, а пойдем мы знаете куда? Не в простое место, ребят, а просто, как говорится, в золотое. Смотрите, заходим вот сюда. И я не знаю, какие сегодня события. Опачки, ограбление, рандомные карты и награда за поимку. О-хо-хо-хо! Ну, как говорится, погнали, поехали. С новой пассивочкой на сквике вылетаем, начинаем сражаться. Против нас спэм, против нас спайки, против нас стара. Жесткая будет заруба. Сразу активируем гаджет. Полетело. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. О-хо-хо-хо! Пробили жестко. Смотри, 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 смотри. Подожди, а кто их замедлил? А кто их... Нет, 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 это у меня 616 хп, подождите. Так, пришла. Бросаем ульту, Ну, замедление, ну, попаду. Попал, смотри, 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 просто они... Она еле идет. Вы видели, насколько это жесткое замедление? Она еле ползла, ребята. Если, короче, это попадает в бравлера, то это все. Это ГГ за... Это ГГ, забей, прощай. Давай, давай, воробышек, сражайся, сражайся. Смотри, там у нас спайк. Спайк идет на воробья. О, практически убил, практически убил. Так, 3 бомбы попало. Хорош, 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 хорош. Бросаю ульту. Если замедление сейчас пройдет, на кого? На кого? На кого? Блин, оу! Ха-ха! Но это минус спайк. Это сразу минус... Тихо, 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 я не хочу умирать! Я не хочу умирать, тихонечко, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Тихо, 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 тихо. Я все еще живой, ребят, я все еще живой. Так, здесь идет спайк. Спайк не ожидал, что здесь еще... А, меня убили. Меня убили, ребят. Так, рысаемся, сразу набрасываем, сразу набрасываем. Ой-ой-ой-ой, 3 бомбы. Практически вынесли пэмку, вы серьезно? Да камон. Так, бомба, бомба, бомба сработала, только не туда, куда нужно. Хорошо, пэмку вынесли, 28-34. Мне кажется, в моей команде есть нубы. Вам так не кажется? У нас реально в команде есть нубы. Так, подожди, у нас 28-37. Ну, они нас разваливают, насколько я понимаю. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Бросаем ульт, пошли, пошли, пошли. Ульта полетела, полетела. Ой-ой-ой-ой-ой, замедло пошло. Долбанный спайк, ребята, поджег меня. Поджег, блин, бросил свою ульту. Так, давай, 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 давай. Копочки, хоп, 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 хоп. Полетела ульта, так, хорошо. Замедление, замедление, набрасывай, набрасывай. Есть, я сделал минус 1, добейте, минус 2. Хорош, мы вырвались вперед, ребята, мы вырвались вперед. Так, бросаем на гаджеты, на гаджеты. Прошло, пошло, пошло. Бросаем ульту, замедление, замедление. Хо-хо, 48. Вытащили все-таки. Ну, естественно, я звездный игрок. И я очень старался, ребят, победить. Я нанес просто 1000 урона, а знаете, мне эта пассивка пипец как понравилась. Я хочу пойти в ограбление. Я не знаю, что сейчас здесь будет. Я не знаю, как это работает. Я думал, что пассивка будет совершенно бесполезна, но мне кажется, что я очень сильно ошибался. Так, поехали, 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 поехали. Полетела пэмка, пэмка не долетела. Пацаны, мы должны держаться. Ага, давай, 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 хорошо, хорошо. Там у нас тик очень опасен. Против нас тик, который будет сейчас выносить. Но мы тоже, как говорится, с вами не лыком шиты. Поэтому будем сейчас защищаться. Забрасывать, прожимаем, прожимаем. А я могу? Я же могу вот так вот. А, блин, так я не могу. Я могу только ультой пробить. Что, 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 что? Так, бум!
Я еще и добил. Кто звездный игрок? Конечно же я. Вот это заруба. Не, пассивка однозначно крутая. Замедление жесткое, работает хорошо. Я почему-то сомневался, но сейчас и я уверен, что эта пассивка все-таки рабочая. Допустим, у Белль вторая пассивка бесполезная. У Эдгара вторая пассивка бесполезная. Вот это в массовых боях то, что нужно. Ребят, обязательно с вас по лайкусику. Не забудьте еще раз, просто вот смотрите, посмотрело 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч человек. Каждый зайдите и введите код автора, я прошу вас. Нужно поддержать, ну, просто по-братски, как говорится, поддержите меня. Все, ребят, на этом все. Удачи, люблю вас, покедова.